Всем приветик! Пришла из магазина и сделала немного покупок для дачи. Вышло у меня на 1400 рублей. Все здесь для дачи. Итак, мы едем на шашлыки, поэтому я купила новую решетку гриль. Почему-то захотелось именно новенькую. Пускай будет, лето еще целый месяц, еще осень впереди. Мужу взяла колбаски для жарки. Он любит купаты, колбаски всякие такие, я не очень как-то. Нам с Максом взяла филе. Сейчас замариную с кетчупом, с майонезом приправим. Будет очень вкусненько. Вот, кстати, один кетчуп взяла тоже по акции. Сейчас 59, до этого было 49, а так без акции там около 80. Но мне вот эта серия новенькая, Хайнц, очень-очень нравится. Мы покупали 3 штучки недавно, они у нас очень быстро закончились. И вот взяла с паприкой, хотя с паприкой, по-моему, не очень. Кошаку корм взяла. На дорогу взяла Red Bull. Тоже по акции, маленькие баночки, но были 69 рублей, а не 100 с чем-то. И адреналин Rush тоже, он был 85 рублей, что ли, а не 120, как обычно. В общем, пока в машине поедем, попьем. Хочу сделать ПП-лаваш, для него мне понадобится вот такой сыр плавленый с ветчиной, около 100 рублей стоил. Никогда, кстати, такой не пробовала, роклер, посмотрим. Лаваш, огурчики, ну и мяско, которое вот у меня вот пожарено уже, шашлычки, да. Немножечко оттуда мяска возьму и в лаваш все это замотаю. Вот, может, какой-то еще зелени положу, в общем, думаю, будет очень-очень вкусненько. Ну и деткам взяла печеньки, какие-то имбирные пряники с троллями. Также Владик взяла в дорогу поильник с трубочкой. Надо приучать уже его к поильникам, а то он все с сосками. А в дороге все равно как бы хочется пить. Я ему беру с собой где-то, ну, 600 мл воды, или когда такая большая бутылочка есть, и переливаю обычно в бутылочку, в маленькую с соской. Но вот хочу попробовать сегодня с поильником поехать с ним. Так что такие покупочки у меня были. Сейчас еще заедем, купим уголь. А еще, кстати, банан Владику купила. Вот. И заедем, наверное, еще продуктов каких-то докупим чуть-чуть буквально. Может, даже уже не будем покупать, потому что, думаю, сок покупать не будем. Чай с мятой дачный будем пить. Вот. Ну, за углем заедем, я так предполагаю. Так что такие покупочки. Увидимся уже на даче. Вода замечательная, и мы поехали в Майский. Владюшка тут вымыл крыльцо на веранде. Подмел, немножко порылся в земле, был грязнущий, папа приготовил шашлычки. Ну а Максимка бегал, все следил за Владиком, потому что за ним следить было одной очень-очень сложно. Вот такую вкуснятинку мы сделали, и колбаски, и курочку, было очень вкусно. Но мы сначала переживали, потому что смотрите, какие были тучи. Но наши переживания были напрасны, все получилось очень вкусно, дождичка, к счастью, не было. И мы после Майского поехали уже домой, уложили деток спать. Кстати, Владик уснул в 5 вечера и до 7 утра, потому что так умаялся. Ну а мы с Максом махнули на доставки. У нас сегодня было много и даже за город. Полюбовались на кровавое полнолуние. Были с Максом в магазинчике, хотели купить одеяло и подушки, но в итоге купили ему штаны. Понравились такие цвета хаки, ну пускай будут, в машине ездить сойдет. И полотенца, кстати, в списке они у меня были. Я хотела купить новенькие полотенца, он кис, а тут бежит тоже, если интересно. Взяла розовое, сиреневое и еще одно розовое. У меня такие были уже, но мне они очень-очень-очень-очень нравятся. Белый в этот раз не стала брать, как-то они очень быстро пачкаются. Ну и купили продуктов, майонез, рожки, сахар, соль. Кстати, где еще один лимонад, видимо, в машине. Два лимонада покупали. Вот, когда ходим с папой, все время покупаем какие-то сладости, рулеты, шоколадки, печенюшки тоже. Дети тут выхватили пару печеньек. Но из нормальной еды взяли только курицу гриль. Сегодня опять буду делать лаваш, как и вчера. Очень вкусный получился. И сегодня взяла вот такой еще плавленый сыр с ветчиной. Остальные ингредиенты у нас, в принципе, остались с вчерашнего дня. Ну и из бытовой там химии взяла я средство для мытья пола, лайм и лимончик взяла тоже. Мистер Пропер очень нравится, который до этого был у нас, закончился, он тоже очень хороший. Вот, крот взяла, потому что сегодня мыла все джакузи, унитазы, все чистила. В общем, я думаю, крот не помешает. Губки, пакетики, в общем, всякая мелочуга, соль, сахар. Такие покупочки у меня были сегодня. Пошла искать лимонад в машину. Лимонад, девчоночки, я нашла, а сегодня мы едем забирать мои туфельки, точнее уже забрали, делали набойки, туфли из Таиланда, очень мне нравятся, очень дороги. Ну и заехали на выставку распродажи ивановского текстиля, которая приехала к нам во дворец спорта, купили подушечку эвкалипт и купили одеяло из верблюжьей шерсти и зашли к Максиминому другу в гости, у него такой котейка классный.
Заехали в магазинчик, снова купили энергетик, шоколадочку. У нас вон там еще два энергетика. Макс, убери руку. Вот они. Теперь можешь выкидывать. И покажу сейчас еще, что купили. Тут немножко чили фикс прайс. Купили термосумку 99 рублей. Сейчас ее присоединим и туда положим пока машинки, которые тоже купили Владику. Сейчас покажу. Опять же в фикс прайсе взяли коврики впитывающие в салон автомобиля. Вот такой прикольный скребок для очистки стекол на зиму взял Макс. Запасается. Вот такие машинки взяли Владику по 55 рублей. Красная, зеленая, желтенькая, дракончик очередной у нас синий-коричневый. В общем, это будем в машине играть, пока с Владиком на дачу сегодня поедем. И в термосумку все закину. То есть Максим будет Владику показывать, чтобы тот на дороге не отвлекался и играл, чтобы не пищал. И домой взяли такие кубики. Ну, может, тоже начнем играть уже в машине. 99 рублей. Взяли вот такую штучку для костра, для мангала, там для чего. Так, кофе на дачу, кстати, тоже из фикс прайса, 77 рублей. Пакеты для мусора с завязкой беру не первый раз, очень хорошие. Так, и вот эту вот штучку взяли тоже, розжиг. Все, поехали. Поездка на дачу у нас отменилась, поэтому поехали в центр. Немножечко погуляли, сделали все свои дела по работке. И заехали в кафе-ресторан «Лада». Очень приятная атмосфера, красивый интерьер, вкусный квас, коктейли тоже очень-очень классненькие. И заказали мы еще жаркое. Кстати, там была практически одна картошка, что мне очень не понравилось. Ну и две порции блинчиков. Вот они в одной тарелочке. В принципе, вкусно. Ну а после кафешечки мы еще съездили на доставочку. Смотрите, какой у нас красивый город. А я уже буду прощаться. Пока!